Что такое энерговампиризм? Энерговампиризм – это когда человек больше отдает, чем получает энергии. Когда люди получают примерно одинаково, что и отдают, то это равномерный обмен энергией. Если человек больше отдает, чем получает энергии, это уже будет энерговампиризм. То есть, когда люди общаются, и одному из них становится не очень комфортно после общения, энергии становится мало, это уже говорит о том, что это был энерговампиризм. Поэтому здесь два варианта. Первый вариант – это не общаться с теми людьми, которые у вас забирают энергию, я бы сказал, которым вы отдаете сами энергию. И второй вариант – это научиться правильно общаться с этими людьми. Таким образом, вы не будете уходить в минус, а будете оставаться со своей энергией. Так вот, дорогие друзья, энергообмен должен быть равномерным, обоюдным, тогда это будет гармоничное отношение.